Друзья, всем привет! Сегодня у нас 5 число. Работаем. Приехали за щебеночкой. Карьера работает, дробит. Белазик высыпает. Приехали мы грузиться 5.20. Вот она наша 5.20. Так, нам сказали развернуться. Это у нас отсев, друзья. Это у нас камень дробит. Это 5.20. Там 20.40. Грузим 5.20. Едем в Москву. Шум вообще просто, ничего не слыхать. Дробилка так молотит, что аж в ушах звенит. Там, друзья, такой серьезный. Разговаривать даже просто друг с другом там не получится. Все, загрузились. Сейчас на весы. Накрываемся. Лобовое оттираем вот от этих плямб. Видите, да, какие? Такие серьезные. Самый спокойный, друзья, карьер. Когда не приедешь, здесь тишина, спокойствие. Работа прет, так нет никакой ни очереди, ни скандалов. Нравится сюда ездить. Самое главное, здесь очереди нету. Ну, бывает иногда на пересменках, либо в обед. Наверное, друзья, спросите, куда это ты пропал? Не было 2 дня, да? Да, пропал, 2 дня меня не было. Думал. Начитался, так сказать, комментариев. Что-то, короче, просто разозлили. И вообще я хотел все это дело забросить. Потом подумал, поездил день второй, что, в принципе, наверное, буду я просто игнорить тех, кто пишет комментарии. Не буду обращать внимания. А самое лучшее, наверное, я не буду их читать. Я просто не буду заходить в комментарии и читать их, чтобы как бы не расстраиваться самому. Ну как, не расстраиваться, а не то чтобы расстраиваться, чтобы просто себя не накручивать там, а не обращать внимания, так сказать, на дураков. Либо просто можно заходить, смотрите, друзья, какая красотища там. Либо можно просто заходить, читать, если, как я вот, допустим, сделал, наверное, ну, человек 50 точно у меня так улетели. Читаешь, смотришь, ага, плохой комментарий, какое-нибудь оскорбление, сразу, опа, в баново. Дальше листаешь. Я даже не прочитывал комментарии, только начинаются какие-то плохие слова. Я молча его прям сразу в бан, и комментарий как бы вместе с ним тоже в бан. Поэтому подумал так, думаю, из-за каких-то там гребаных этих диванных войск, так сказать, диваны эксперты. Думаю, не стоит по поводу них заморачиваться. Короче, решил не принимать близко к сердцу все эти комментарии. Просто я, наверное, не буду их читать. Вот и все. Так, знаете, зайду, так полистаю ленту. Может быть, хорошее где-то прочитаю что-то, потому что из 100%, ну, процентов 5, наверное, плохих комментариев пишут. 95%-то хороших. Здесь еще один у нас карьер напротив, прям, можно сказать, через дорогу. Я грузился в этом карьере. Ну, так сказать, он здесь за лесом. Да я не здесь, в принципе, все рядом, вот он. Они здесь его как бы добывают, вот видите, наверное, там горы. Ну и здесь еще один у нас карьер, просто через дорогу. Так что, друзья, все нормально, все наладилось, все четко, поехали. Рулить, возить, снимать, писать, приветы передавать.
удивлять, развиваться. Чего-то новенького добиваться. Едем 40 за каким-то фургончиком. Пятитонник, раздутый почти до 10-тонника. Что-то, наверное, тяжеленькое он везет. Маленький подъемчик, и мы едем 30 км в час. По обочине. На аварийке, что ли, едет? Газон. Газик. Газик, газик, дай мне вспышку. Проезжаем мимо базы, сейчас остановимся, пойдем за накладными. Оставили здесь нам накладные на охране. Все-таки, друзья, потерял свои тапочки. Сейчас кинулся. Тапочек нет, галоши стоят. Все, распрощались, блин. Лейба. Моя лейба. Забрал накладные. Теперь, короче, как бомжарик буду в галоши ходить. Проебал свои шлепки. Сейчас мы в Медыне заедем в магазин, Пятерочку или там. Походим, посмотрим, может там что-нибудь куплю. Ох, Сергеич, Сергеич, сколько уже посеял шлепок, тапочек, кроссовок, блядь. Наверное, так и сделаем. Сейчас в Медыне остановимся. Сходим в магазин какой-нибудь, купим себе шлепки, сланцы, какие-нибудь тапочки, что-нибудь подберем. Потому что в галошах вообще ходить — это бред. Я галош просто держу для того, что где-то, знаете, дождь, не дождь, грязь такой, что-нибудь какая-нибудь слякоть, болото. Бывает на погрузках, на выгрузках. Просто выйти даже не в чем бывает. И галоши спасает в самый раз, прям самое то. Бывали такие случаи, я приезжал, куда там, в лужу выгружал, это в Шереметьево. А там реально лужу даже можно в галошах набрать. Как там выходить в шлепках, просто непонятно. Поэтому, друзья, мы поехали. Кондрово, пока. Да здравствуй. Что у нас там? Медынь, Верея, Минка, Звенигород, Москва. Короче, поехали. Заезжаем в Медынь. В Магните навряд ли, я думаю, будут какие-то там шлепки. Хотя бывает там что-то валяется. Мебель, продукты не то. Налево. Через Медыньку. Ну, здесь, друзья, в принципе, магазинов-то много. Сейчас мы, блин, там мы, конечно, найти бы еще, где нам припарковаться. Стыдновато мне в галошах идти сейчас по магазинам. Еще как зайду в галошах, засмеют. В принципе, можно где-то здесь паркануться. Не поверите, я еду и не наблюдаю магазины с вещами, чтобы было обувь, вещи, шмотки. Либо я пропустил что-то, но на данный момент я нашел ничего. Пойдем пешком. В галошах. Кучка навоза. Друзья, короче, купил чмошные тапочки за 100 рублей резиновые, чтобы не стыдно было в галошах в город идти. Пойдем теперь пешочком, сходим в город. Поищем нормальную обувь. Зашурка на весь банкомат. Заберите карту. Пойдем искать. Друзья, это дорога Медынь-Верея в сторону Минки. Когда-то здесь был асфальт. Сняли асфальт, засыпали щебенкой. Засыпают. Укатывают, засыпают, раскатывают. Короче,
кончились те времена, когда был асфальт. Это полбеды. Так он еще и застрял. Троса нет. Не, у меня трос есть, но он под кузовом, а я груженый. А есть трос? Бля, я вытащил, но у меня троса нету. Груженый. Насыпали щебня, а его укатать не укатали. Коллега шел, в эту щебенку зарулил. А троса нету. У меня есть трос, но он под кузовом лежит, а я груженый. Сейчас кузов приподнимешь, борт откроется, как бы трос не вытащить. А у них троса нету. Ну, рабочий, говорит, который приехал на тракторе, он говорит, сейчас, типа, привезут тросы, говорит, приедет экскаватор, говорит, сейчас вытащим его. Ну так, друзья, едешь по дороге, да? Вроде по трассе идешь, а тут бах, просто застрял на дороге, в щебенке застрял. Это возможно только в России. Где-то, друзья, есть дороги, а где-то их просто нету, они отсутствуют. Так бывает, так бывает. Сейчас хоть как-то тут ее подлатали, что-то с ней сделали, с этой дорогой. Месяц-два назад тут просто вообще была катастрофа. Я думаю, друзья, это не только у нас такое здесь бывает. Я думаю, это в каждом, наверное, регионе. Есть такая дорожка, а то и хуже, наверное. Как по мне, друзья, с моей точки зрения, это все виновата коррупция. Это все из-за коррупции. Где-то ее нету, там есть дороги, а где она есть, там дорог просто нету. В принципе, у нас везде хорошие дороги, только именно одна единственная дорога, которая идет от Медыни через Верью на Минское шоссе. Это она одна единственная, где я, ну, встречал плохую дорогу. Ну еще, как бы, не очень дорожка и радует это от самой Медыни до Киевска. Да, до Киевки. Ну там, в принципе, начали делать. Сейчас, я думаю, в ближайшее время это все сделают. Начали там вроде бы реконструкцию, начали снимать где-то асфальт, где-то уширять, лес пили, думаю, будут расширять. Ну, сделают. Ну, а здесь как бы не собираются, походу. А, красавчики синенькие. А в них сидят темненькие армяне. Мишка, Мишка, там наш проехал. Привет, Олег. Привет, привет, Миха. Ничего, потихонечку, сам чё как? Тав наш, 105-й. Бочка, бочка, Мишка, Мишка. Подъезжаем мы к Минке уже. Осталось чуть-чуть. Одно радует, проехали самую такую плохую дорогу, самый плохой огрызок. Всю вот эту раздроченную с ямой дорогу мы ее проскочили. Осталось там, конечно, чуть-чуть стиральной доски, но это там вообще совсем крапулечку. Всю седую бороду мы проехали. Тут есть так вот местами. Все равно как бы есть местами. Подлатали там. Справа вообще яма прям такая посерьезнее, здесь более-менее. Хотя тут тоже не очень. Парни, у меня есть интересное предложение. Как бы так вам все правильно донести? Что я решил сделать, что я решил замутить? Ближе к зиме появится побольше свободного времени. Появится побольше, так сказать, друзья,
выходных, проходных, всему тому подобное. Хочу, что хочу я подбирать ближе к выходным, а это пятница, либо воскресенье, брать такие деньки, для чего они нам нужны будут. Все, наверное, видели, в принципе, на Ютубе есть канал, да и есть просто очень много-много всяких разных видосов по поводу стоп-хам, где наглецы, подлецы летают по бордюрам, где ходят пешеходы, просто им сигналят, да, типа, пешеходы, разойдись, я еду тут, блядь, на крузаке, на Лексусе, еще там, знаете, бывает, когда они там пальцы гнут, да я тебя посажу, я тебе права пору, да я тебе там то, я тебе это, я тебе все. Как только приезжают сотрудники, все, сразу извинить, простите, ну и всему тому подобное. В принципе, наблюдали вот такие картины, я думаю, кто этого не видел, можете посмотреть. Стоп-хам, в принципе, там, я не знаю, популярный такой сейчас, наверное, в Москве, да и, наверное, во всех других городах. Именно народ, именно смелые ребята борются с хамами, кто вот просто не уважает других, не уважает пешеходов. Да просто, они просто обнаглели, они ездят там, где они хотят. Ну и выходят просто смелые ребята и борются. Ребята, что хочу сделать я? Мне нужно, требуется, так сказать, ребятки смелые, которые уверены в себе, ну, как бы не побоятся, смогут за себя постоять. Примерно с Обнинска, с Балабанова, ну, ближе, чтобы было к Обнинску, ближе было к Балабану, либо есть, которая с Калуги, которая в субботу, либо в воскресенье смогли бы уделять полный день, ну, не полный день, хотя бы там больше полдня, хотя бы так. Что хочу я сделать? Друзья, замучу, наверное, я такую рубрику, хочу замутить такую тему, как, скажем, обочине нет, стоп, обочина, будем выходить на дороги и будем бороться с обочинниками. Нужны спокойные, как бы, ребята, которые, допустим, меня в этом будут поддерживать, и не только меня. И просто они будут выходить на улицы своего города и наводить именно порядок, помогать сотрудникам. Пообщался я с сотрудниками ДПС. Они сказали, нужно, допустим, прийти в отдел, в тот отдел, где я хочу, допустим, это проводить мероприятие. Допустим, будет проводиться это мероприятие, возьмем в Обнинске, в пятницу, либо в воскресенье, когда дачники либо валят, либо они едут. Прийти в отдел, поговорить, как бы, с главным там, да, с начальником, допустим, всего отдела. На это он будет нам выделять машинку и пару хотя бы сотрудников. На всякий случай, они с нами ездить не будут, они будут просто где-то там заниматься своими делами. Но в случае какого-то кипиша, прям вообще, когда что-то, если мы не сможем разрулить, соответственно, мы звоним, ребята будут подлетать и уже упаковывать тех буйных ребят, которые будут там что-то пытаться нам доказать, свою правдоту. Так вот, ребят, именно такая тема у меня возникла вот эти два дня, что я думал. Просто как-то я, честно, хотел подумать, просто, знаете, стоит это, не стоит. Хотя, в принципе, если вы меня поддерживаете, можете написать в комментариях. Такие комментарии я обязательно прочитаю по поводу поддержки. И по поводу даже желающих, можете мне писать в ВК, на страничку, в личку. Мы с каждым обсудим. У кого есть, допустим, личный автомобиль, это будет большой плюс, кто будет на своей машине. Нам, в принципе, много не нужно будет народу, а хотя можно будет разделиться и на пару групп, на 2-3 группы. Можно на одной группы. Ну, в принципе, хватит нам группы 5-6 человек вообще смело. По 3 человека, чтобы кто-то был спереди, кто-то был, допустим, посередине. Ну, даже можно кто-то будет, чтобы, если даже нас вдруг ли там кто-то объедет, чтобы посередине все-таки мы их остановили. Если даже они побрили наших ребят, как бы, посередине, но в конце все равно мы их осудим.
И таких ребят, ну, я разговаривал с сотрудниками, именно не просто там с каким-то там сержантом, да, который, ну, просто как бы служит и все, а я именно подходил к офицерам, а это к майору, подполковнику, и вот просто поговорил с ними, и они, говорят, как бы красавчик, говорит, да, говорит, можно, говорит, в принципе, говорит, такое, но, говорит, не нарушать законы, как бы, не драться, говорит, не кидаться, не выводить, как бы, там, за грани пределов. Поэтому, ребят, именно такие, которые смогут просто, во-первых, быть сдержанным, если вас оскорбляют, как бы, в рыло не засаживать, просто все это делать в рамках закона, ну, и просто, как бы, не быть трусливым. Желательно крепкого телосложения, просто высокие такие, как я, чтобы, я не знаю, при виде такого высокого парня все желание отпадало там, допустим, быковать и прыгать. Ну и мы будем проводить такие мероприятия, допустим, сегодня, допустим, проведем в Обнинске, завтра мы проведем в Балабаново, послезавтра, допустим, проведем в Калуге. Потом, я не знаю, где там еще пробки у нас бывают, по которым я езжу здесь, в своем районе. Белоусово, ближе к 107-й. И просто, знаете, в каждые выходные, каждый там, любой такой какой-нибудь выходной брать, это надо либо пятницу, когда народ прет, либо брать воскресенье, когда народ прет назад. Ну и все, и выходить на дороги, и помогать именно наводить порядок нашим сотрудникам. Просто наводить порядок в своей стране. Именно, я не знаю, я лично за правду, я лично за честность. И, как по мне, кто прав, тот и сильнее. Меня, в принципе, сотрудники поддержали и сказали: да, Толя, говорит, это, говорит, ты, говорит, в этом красавчик, говорит, мы тебе, говорит, в этом поможем. Только, говорит, прежде чем этим заниматься, говорит, ты обязательно приди, говорит, в тот отдел, там, в каком-то будешь городе, чтобы тебе сотрудники были ближе. И если будет свободная какая-то машинка, либо где-то она будет работать на дороге, где-то стоять рядышком, обязательно, чтобы вы были на связи, в случае чего, чтобы ребята быстро подскочили, надели наручники там на кого-то, да, если кто-то будет буйный, и упаковали, как бы увезли на нары отдыхать. Поэтому, друзья, как вам идейка? Если вам идейка моя нравится, обязательно пишите. Подумаем, что-нибудь обсудим, даже пишите мне там в личку. Мы обязательно с вами обсудим, обговорим все это дело. Это только-только пока мои мысли. Я только хочу к этому подойти. К этому я хочу подойти очень серьезно. Но нужно будет все обдумать, все за и против. И тогда уже принять какое-то решение. Все, друзья, поехали дальше. И еще, друзья, такая просьба небольшая. Именно кто, если хочет на это откликнуться и мне написать, попрошу именно людей совершеннолетних от 18 до 18, даже если, ребята, вы как бы крепкого телосложения, но хотите нам помогать, извините, как бы не хотелось бы мне проблем, меня просто предупредили, поэтому, ребятки, от 18 плюс. Поэтому, как бы, так сказать, с пониманием к этому давайте отнесемся. Я, конечно, за, я знаю, что у нас есть молодежь такая ядреная, так сказать, крепкая, здоровая. Но попросили просто меня в отделе не брать с собой несовершеннолетних, так как это может привести к проблемам. Поэтому, друзья, без обид. От 18 лет и хоть, я не знаю, хоть до пенсии. Главное, чтобы боролись мы за себя, за свой город, за свой порядок. Чтобы не было бардака в своем городе. Чтобы, ребята, мы созвонились, допустим, в пятницу собираемся, съезжаемся в одной точке, собрались, кофейку там где-то бахнули, собрались мыслями. Пошли на машинах, пешком, именно туда, где любители по обочинам поездить, наводить порядки. Поэтому, друзья, на этом закрываем тему. Кто меня поддерживает, пишите. Кто не поддерживает,
закройте страницу, как бы идите дальше, идите смотрите, я не знаю, что-нибудь другое.